Друзья, приветствую вас. Игорь Жабский представляет. Я в городе Оренбурге. Сегодня 5 ноября 2017 года. Я переправляюсь через реку Урал из Азии в Европу. Недавно я переправлялся из Европы в Азию. Теперь обратно из Азии в Европу. И вы со мной. Вот он, Оренбург. Это у нас мост через реку Урал, где погиб наш легендарный комдив Василий Иванович Чапаев. Вот еще одна кабинка уходит в Азию, а я еду в Европу. Мы ее сейчас сопроводим. Вот она, там солнышко, неудобно. А мы приближаемся в Европу. Вот такая она европейская часть. Я только что искупался, закрыл пляжный сезон на азиатской части континента. И вот возвращаюсь в Европу. А завтра полечу опять в Азию, на восток. Приморский край. Вон народ ждет. Тоже переправиться хочет. На азиатской стороне хороший парк. Я погулял немножко. Вот мы и приехали. Сейчас будем останавливаться и выходить. Так что, друзья, вы вместе со мной переправились из Европы в Азию и из Азии в Европу. Сейчас кабинка откроется, и я буду выходить. Все. Она обедает, а кассир там. Все, вот мы и переправились. Вот она, азиатская часть, откуда я прибыл. Купался я вон на той стороне моста. Отсюда его не видать. Так что, друзья, пока. Пойдем сюда. До свидания. Покатаемся за то. Как раз тренинг пройдите, пожалуйста.